Число жертв катастрофических наводнений и оползней в Пакистане превысило 1260. От удара стихии пострадали более 33 миллионов человек, что составляет 15% населения страны. В экстренной гуманитарной помощи нуждаются более 6 миллионов пакистанцев. Из-за муссонных дождей, продолжающихся с начала лета, по всей стране разрушены дома, школы, медицинские учреждения, дороги и мосты. Затоплены посевные площади, индустрии хлопка грозит потеря половины урожая, что уже вызвало рост цен на рынках. По оценкам властей, на восстановление страны может потребоваться как минимум 10 миллиардов долларов. Ситуация в Пакистане, где уничтожена часть запасов зерна и разрушена транспортная инфраструктура, угрожает проблемами с продовольствием в Афганистане, переживающем гуманитарный кризис. Именно в пакистанский порт Карачи свозят международную помощь. Затем она доставляется автотранспортом в соседнюю страну.